Как петь, как сегодняшний именинник, великий, неповторимый Валерий Яковлевич Леонтьев! Сегодня ему исполняется 60... Он еще старше становится? Да, 62 года человек. Он позволяет себе одеть то, что женщины некоторые не позволяют себе в 35. Чуть моложе Ирки Леонтьев. Вот, поэтому давайте сначала аплодисментами его поздравим. Молодец, реально. На самом деле звезда. Итак, сейчас начинается урок. Для того, чтобы научиться петь, как Валерий Яковлевич Леонтьев, нужно выполнить сначала самый важный элемент. Майка-сеть? Повторите за мной сейчас. Значит, нужно делать так. Тише музыку. Так. Спасибо! Давайте повторим. И спасибо! Отлично, к этому добавляем. Спасибо. На этом моя рубрика заканчивается. Больше ничего не надо. Вот. Итак, добавляем, значит, характерные ритмы. Так. Добавляем характерный инструментик. Давайте, девчонки. Спасибо! Значит, характерный инструмент. Значит, что нужно, как сочинить песню в стиле Леонтьева, чтобы это было один в один? Итак, сначала Валерий Яковлевич в куплете сообщает о том, какой он бедный, несчастный, нищий. И его очень, надо пожалеть. Это очень смешно, когда он поет в таких недешевых перьях. Допустим, да. Я бродяга, я нищий, ханыга и забулдыга, бомж и бич, попрошай-ка, нищеброд. Спасибо! Голяк и голодранец, убогий Христа родные, голая как сокол, как церковная мышь. Дальше сообщай, что не все так плохо в следующем, перед припевом. Но я брожу по вселенной, босиком по небу, пробегусь и промчусь по Млечному пути. Спасибо! И дальше идет припев, в котором он перечисляет цвета в форме вопроса. Демонстрирую. Ну-ка. А зачем, зачем? А зачем, зачем зеленый? А кому, кому? А кому, кому здесь красный? Спасибо! А прошло, прошло! А прошло, прошло! Индиго! Спасибо! И марсала! Почему, почему, почему коричневатый? Спасибо! Инструменты! Значит, во втором куплете Валерий Яковлевич всегда сообщает о том, какой он, какие у него способы, как сказать, познания в области эротики, какой он по весу, так сказать. Но всегда использует какие-то хитрые аллегории. Что-нибудь из области какой-нибудь науки, допустим. Вот, давай, Маринка, назови какую-нибудь науку. Зоология, наука? Ну да, в принципе, биология, да. Итак, он поет примерно следующее. Я лягуха по весу, медуза-интриганка, порочный омуль, соблазнитель муравей. Спасибо! Ира, давай науку какую-нибудь еще. Химия. Плутоний Казанова и ловелас Ванадий, ходок водород и серный эскорт. Спасибо! Снова уводят меня молекулы курчатовия. И припев еще раз. А зачем, зачем? А зачем, зачем зеленый? Спасибо! А кому, кому? А кому, кому здесь красный? Спасибо! А прошло, прошло! А прошло, прошло! Индиго! Почему, почему, почему коричневатые?